Эта акция с каждым годом становится все масштабнее. Ветераны, активисты, общественные и политические деятели, молодые патриоты и случайные прохожие. Отдать дань памяти тем, кто пал на полях сражений, с каждым разом собирается все больше людей. Город воинской славы Малгобек также зажигает свою свечу памяти на мемориале, расположенном в городском парке. Минута молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за родину, а затем слово собравшимся. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали ради нас и ради того, чтобы мы жили, сегодня мы могли встречаться, проводить такие акции. Я благодарен всем жителям города, которые сегодня приняли участие в этой акции, и особенно молодым, которые будут помнить об этих днях. Я уверен, жители Малгобека не забудут никогда эти дни, эти святые дни для Малгобека. Несмотря на поздний час, в этой акции принимают участие и дети. Они также решили почтить память солдат, сражавшихся за мир во всем мире. Проникновенные стихи о войне затрагивают самые страшные ее моменты, вспоминать которые больно даже сейчас, через несколько десятилетий. Забыли также тех, кто не вернулся с полей сражений, кто остался там, кто пулею подкошенной споткнулся и больше никогда уже не стал. Но, к счастью, среди тех, кому не важно, среди людей с бесчувственным лицом. Ребята есть, кому не безразлична судьба пропавших без вести бойцов. Они сегодня на местах сражений, где шли бои десятки лет назад. С лопатами в руках благоговенно останки поднимают тех солдат. А далее торжественное возложение цветов к могиле воина-освободителя. Горящие свечи освещают всю процессию. Собравшиеся не обошли стороной и подвиг малгобекчан в годы Великой Отечественной. Чем дальше от нас уходит эта война, тем мы явственнее ощущаем на себе ее дыхание. Потому что открываются все новые и новые факты. Какого колоссального напряжения стоило нам ремонт. Какие громадные великие потери принесены жертвой этой войны. Свеча памяти – это не только знак общей скорби народов, победивших фашизм, но и символ глубокой благодарности и единства в оценке прошлого во имя будущего всего человечества. Акция «Свеча памяти» проходит в десятках стран мира. В России она стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». Поэтому такой масштаб никого не удивляет. Значит, сегодня участвует поисковый отряд «Малгобек», вновь созданный поисковый отряд «Алхачурская долина», энергетического колледжа села Новый Редан. Значит, администрация города Малгобек, депутатский корпус города Малгобек, значит, юные патриоты и все те, кому не безразлична судьба Отечества, и все те, кому не безразлична память защитников нашего Отечества. Герои живы, пока жива память о них. Участие в Малгобеке в памятной акции показало, защитников Родины в Ингушетии будут помнить во все времена. Тамерлан Хамхоев, Султан Булгучев, Исмаил Гатагажев, Новости 24.